Суфле из птицы и гарнир, брокколи и картофельно-морковное пюре. Именно такая задача сегодня стоит перед будущими шеф-поварами и нынешними учащимися торгово-экономического колледжа. На этой кухне кулинарные изыски творят претенденты на участие в областном конкурсе World Skills. И, кстати, трое. Проходят они производственное обучение у нас как в учебных мастерских, так и на предприятиях города Бобруйска, города Минска. Это рестораны как высшей категории, так и столовые, где мы их обучаем. Руководство берет мастер производственного обучения. От первых блюд до десертов. В свои 16 Даниил Крушевский точно уверен, не за горами открытие его собственного ресторана, возможно, французского. Ну а пока юный кондитер экспериментирует со сладкими сюрпризами на домашних. Оценивают вкус хрустящих круассанов и преподаватели колледжа. Учат по профессии то, что по программе положено, то дают. И иногда дают знания, которые вне программы, чтобы нам как-то развить нас. Этой профессии. Пицца, спагетти и лазанья. Никита Зуб, напротив, отдает предпочтение итальянской кухне. Парень примерил колпак только в этом году. Уже в 16 он уверенно знает, к чему стремиться. На своем первом кулинарном конкурсе Никита приготовил фирменные лакомства. Десерт из клубничного мусса, закуску буше из рыбы и авокадо и рулет из курицы с ветчиной. Этим и подкупил жюри. Повар уверяет, здесь нет ничего сложного. Главное – приправить блюдо фантазией. Ну, отрабатывать время с этими блюдами, чтобы дальше в будущем готовить их с легкостью и вкусно, чтобы уже знать, что нужно, куда добавлять и так. Кулинарные эксперты уже в ноябре оценят мастерство бобруйских поварят. Кстати, сделают акцент не только на уровень профессиональных навыков, но и на креатив, тандем соли, сахара и сочетаемость с несочетаемым. В холодной закуске обязательный компонент – тесто в горячем птице, а в десерте – мусс с шоколадным декором. Приготовление таких изысков, к слову, посильно далеко не каждому. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели.